Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня наша тема, как взять займ на Киви кошелек в личном кабинете. Достаточно простая операция. Сначала мы заходим в систему, авторизуемся и попадаем на главную страницу. Дальше нам нужно зайти в раздел «Пополнение кошелька». И, соответственно, выбираем здесь кнопочку «Займом онлайн» без комиссии. И дальше у нас варианты какие? Здесь только микрофинансовые организации, в которые я советую обращаться только в самом крайнем случае. Если вам в банке отказали, даже в выдаче кредитной карты, то тогда, конечно, микрофинансовая организация единственный вариант. В остальных случаях, ну, лучше не пользоваться их услугами, потому что процентные ставки у них очень высокие. Ну, выберем, например, займер, да, жмем кнопочку «Получить займ». И далее мы попадаем на страницу микрофинансовой организации. Здесь обратите внимание на какой момент. Можно получить на 5000 больше, чем максимально установленная сумма, если оформить заявку через госуслуги. Ну и соответственно жмем «Получить бесплатно», заполняем короткую заявку и дальше, когда робот займера вас спросит способ получения займа, вы укажете Киви, вот здесь такой значок, и соответственно тогда система вам предложит вписать номер телефона, то есть который является и номером кошелька Киви, и перечислят вам деньги именно на ваш кошелек. Если система вам одобрит заем, то в кратчайшие сроки вы получите деньги. То есть они вам будут переведены на Киви кошелек и отразятся вот здесь на балансе. То есть, например, если здесь у вас 0 или там какая-то сумма, то здесь появится та сумма, которую вы запросили у займера или у другой микрофинансовой организации. То есть, в принципе-то технически все просто, но потом может оказаться не просто выплачивать вот эти проценты, да, там проценты 3% в день, доходит до 5% в день. Поэтому смотрите очень внимательно, прежде чем вот решение такое принимать, то есть занимать деньги у микрофинансовой организации. Если у вас вопросы по данной теме возникли, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго.